Ну и немного о состоянии боевого редуктора моего старого основного культиватора Лоплож бензинового. Это состояние валов. Вот один силовой вал, вот второй силовой вал и скоростной вал. Ну, скоростной вал, будем так говорить, болтается меньше всего. Больше всего, хотя в вертикальной плоскости как раз-таки скоростной вал болтается сильнее. Силовые болтаются на подшипниках, а скоростной еще болтается на оси. Так что ремонт и только ремонт. И в следующем году в бой с новыми силами.